Специально для F-магазина обзор спиннинга от компании Crazy Fish, модель Aspen Stake. Данный спиннинг у нас 235 длиной, в тестом 10.35. Спиннинг универсальный, как говорит нам об этом вот эта вот маркировочка на чехольчике. То есть джиговые приманки, воблерочки и блесенки. Спиннинг в таком неопреновом хорошем чехольчике. На моем канале есть несколько видео с рыбалками на данным спиннингом. Такая вот у меня кумбовая часть. Произнесенная рукоятка, нижняя гаечка. Чехольчик убираем. Вот у нас верхняя кабина. Такое вот колечко противозахлёстное. И опять же верхняя часть колена у нас белым цветом. Табулярный. Чтобы более чувствительно. Так. Спиннинг, еще раз говорю, универсальный. Я бросал блесна, колебалки, блесна вертушечки. На колебалках он прям хорошо себя ведет. На воблерах отлично. Но 130-е как бы не все продергивают. 110-е, в принципе, все отлично. Ну и по джигу в пределах теста даже перегружал, ставил порядка 40 грамм. В принципе, все хорошо. Чувствительность у него нормальная. То есть, если тест 10.35, в принципе, 12-14 грамм уже все чувствуется. Мне понравился. Есть желание приобрести еще один такой же спиннинг. Хэви. До 50, по-моему, 5 или 6 граммов. Спиннинг очень даже классный. За свои деньги. В принципе, всем рекомендую. Компания Crazy Fish делает отличные спиннинги.